Я хуй мой наследник. Вообще не знаю, чем отмывают керосин. Водолазные работы любой сложности обращают. Нас буксируют. До Москвы. Посмотрите на бур. Витя, держись, волна. Куда мы идем? Сказали, сейчас уточним, перезвонят. К буям! Стой! Друзья, всем доброе утро. Переночевали. Мы по-прежнему находимся на 17 километре Новоладожского водного канала. Ночь была для меня беспокойная. Я постоянно боялась, что веревка от дерева отвяжется и нас понесет по каналу куда-нибудь. Но все хорошо. Смотрите, кошка вылазит. Думала сейчас посидеть, насладиться рассветом, да не тут-то было. Помните, мы вчера вот эту лампу пытались заправить. Короче, из лампы вытек керосин, а вот здесь вот он все протек, надо сейчас мыть. Вообще не знаю, чем отмывают керосин. Попробую. Средство для мытья посуды. И водой. Я, по-моему, уже показывала эту супершвабру. Сидим, наслаждаемся утром, смущаем своим присутствием рыбаков и думаем, что делать дальше. Витя хочет еще раз разобрать наш движок и собрать. Ну, теоретически мы можем кусочек паруса открыть, и тепло позволяет дойти до Фурского. Это теоретически. Да, это теоретически. На практике там перед входом куча больших кораблей. И куда, очень узко. И куда же подаваться? Понимания нет. Короче, думаю. Будет главное. Не знаю, достаточно ли это ход. Вот это максимум вперед. Вот это нейтраль. То есть он буквально чуть-чуть выходит. Пришла тут голый муж. И голый двигатель. Ну что, будешь нырять? А что ты рассчитываешь, что увидишь? Я рассчитываю при возможности посмотреть, где шпонка на винте находится. И если там реально она сломалась, заменить ее. Ну, честно говоря, я не представляю, как это сделать. Ты думаешь, мы ее сможем так заменить? Почему? В основном рыбаки туда-сюда ходят. Даже никто помощь не предлагает. Обычно всегда все предлагают, а здесь как-то как местность такая недружелюбная. О, водолаз, давай.
Водолазные работы, любой сложности, обращайтесь. Да. Занятия фридайвингом. Только, пожалуйста, в теплой воде. Пригодились. Витя готовится. Очки забыл. К очередному погружению. Что мне надо будет делать, Вить, пока ты там? Рычаг. Вперед-назад. Постоянно? Ну, давай постоянно. Я его пощупаю, движутся они вообще, эти лопасти, или нет. Хорошо. Будет хорошо, если винт будет видно. Вообще будет. Ну, не могу тебе этого обещать. Это я. Слушай, с лампой, с керосином надо что-то делать. Он течет, я вон поставила в этот. Она прям течет реально, да? Так все вытекло, весь керосин из нее вытек. Я ж тут мыла, прямо потеки были. Ну, он же наверняка для Гелькова-то вреден. Витя опустил лесенку. Ты мне маякнешь, когда начинать? Вода теплее не стала. Да? Когда начинать-то? Ну чё? Сейчас, подожди, отогреюсь. Посмотрел? Нет. Вал крутился внизу? Я не смотрела на вал, я ручку двигала. Надо было смотреть на вал? Винт свободно вращается. В смысле свободно вращается? То есть я сейчас... То есть реально мы что-то нацепились, и он нам винт сорвал. То есть моя теория про сеть была... Да, твоя теория про сеть была верна. По-другому мы винт бы не сорвали. Винт я руками прям беру, поворачиваю. А, вот я шевелила, он не двигался. Я туда-обратно. Ты шевелила, да? Я туда-обратно двигала все это время. Сильно? До конца и назад. И сюда, нет, и назад. Не двигался. Ты чего там падаешь? Ничего. Ням-ням-ням. Ты кушаешь кукурузку? А я думала, вы на. А я думала, вы на нее рыбу ловите. Вкусно? Ну хорошо. Я сейчас попытаюсь нащупать шпильку, которая держит винт. По идее, она сбоку находится. Мне двигать надо? Нет, смысла нет. Ну что, нащупал, нет? Холодно. Холодно. Самое смешное, я поднимаюсь не потому, что дыхание заканчивается, потому что морда лица замерзает. Пипец, холотрига. Добрый день. Это МЧС, правильно? Практически, хорошо. Смотрите, у нас проблема следующая. Мы на яхте находимся сейчас на Новоадыгском канале. И, видимо, намотали либо сеть, либо донку на винт. Винт не работает. Поэтому мы без движения стоим пришвартованы к берегу. Нам нужна помощь буксировки к месту, где мы сможем подняться на берег и произвести ремонт. Нам сказали это к вам. Сказали обращаться к вам. Диспетчер Шлиссельбурга.
Нововодарский канал 18 километров от начала, от входа в канал. Со стороны неба? Ну, на вид деревья. Сорок девятый знак. Да. Ну да, да. А как там с буксировкой-то быть? Не бросать же ее здесь. Спасибо, жду. МЧС предлагает забрать с этого самого. Чё? С людей, с яхты и все. Супер вообще. О, твоя шапка нигде не уплыла. Шапка улетела. Она даже не заметила. Ну, что сказали-то? Сказали, сейчас уточним, перезвонят. Хорошо. Диспетчеры Шлиссельбурга сказали, что у них нет возможности помочь нам с буксировкой. МЧС предложили эвакуировать людей, а судно бросить в канале. Нас спас счастливый случай. Вчера мимо проходил катер с отдыхающей семьей. Это есть на прошлом видео. Сегодня ребята возвращались назад и согласились взять нас на буксир. Ну, он сейчас походит и вернется. Он просто посмотреть, кто тут пришвартовался, проверить. Или хочет. Что, кранец будем вязать, чтобы притонул? Готово. А, все было. Нет, вода холодная. Сама вода холодная, а вот потом из воды вязать прикольно. Да вода холодная, я только первый раз. Там у меня в веревках плавучая? Ну, это, там выяснится, да. Хорошо. А та на кранце, да, будет? Да, это на кранце полный. Ну что? Все готово, да, вроде? Вроде да. Отшвартовываться? Кто будет отшвартовываться? Я? Сначала швартуем судно, а потом мы сами. Я вижу нос, я толкну его, а ты на руле. Так, куда мне рулить? Мне нужно выйти вот там. Ну что, давай. Итак, начинается наша буксировка. Отвязывает. Витя, ты скатился как Суворов с Альф. Витя, руки от веревки. Пошла. Сейчас поднимем. Так, Витя, надо побыстрее, наверное, нет?
Туда сильно близко не подходить, у нас же осадка. Неужели мы уплываем и плывем обратно? Да. А сколько у них движок? Сколько сильнее? Там сколько написано? Повыше головы. А у нас 13? Ну, 100 лошадей это хорошо, да? 100 лошадей это хорошо. Для дорого? Ну да. Я там, по-моему, можно достать еще. Ну, ценник на машину идет. А? Ценник на машину идет. Я думаю, видео с нашего путешествия будет еще круче мультфильма про яхту «Беда». Так нас буксируют в сторону Шлиссельбурга. В идеале, конечно, мы бы хотели, чтобы нас отбуксировали до яхт-клуба «Кошкинский фарватер». До Москвы? Ну вот Витя говорит «до Москвы». Я не додумала до такого варианта. Ведь проблема в том, что Москва в другой стороне. У Беллы улетела шапка. Ну и у кого теперь Белла берет шапку? Конечно же, мою. Не оставлю же я ребенка без шапки. Пришлось использовать полотенце. Вот такая теперь деревенщина. На горизонте появляется Шлиссельбург. Спускаемся с Нововадовского канала. Нас буксирует катер. Отбуксировать катер, спускаемся с Нововладовского канала. Да, это именно так. Идем в сторону Кошкина. Катер. Спасибо. Я ты мой на связи. Прошли заточек для отдыха кораблей. С большим краном. Принял. Когда запроситься? Когда будем прямо на выходе. Виктор Шурпицкий. Кто такой Виктор Шурпицкий? Не знаю. Виктора знаю, Шурпицкого не знаю. Глянь, у них сколько этих бакенов валяется.
Ты напомни, что мы на буксире. Как там его клюет? Какой? Что? Какой это пассажирский лайнер? Какой? Клюев? Я не слышала ведь. Клюев, яхта Ё-моё. Мы на буксире, постараемся аккуратнее, но имейте в виду. Да, я понял. Они сюда заходят? Нет, они в озеро. А, они вместе с нами уходят. Они тоже по этому? Ну, по Кошкинскому, конечно. А там нет ни Кошкинского? Там только Кошкинский выход, да? Я думала, есть Кошкинский, а есть не Кошкинский. Ну, это Кошкинский. Ладожского канала в Ладогу. Третий раз проходим мимо крепости Орешек. Я уже не исключаю, что будет и четвертый, и пятый. Посмотрите на буи, это чтобы вы понимали, против какого течения нас буксируют. Витя, мы сильно. Мы на медленно уйдем. А, там буй будет. Чуть притормозим, помедленнее пойдем. И ближе к быкам.
Витя, держись, волна. Дальше за ним. Дальше за ним. Готовимся к швартовке. Швартовка предстоит сложная, на буксире, без управления. В тесном яхт-клубе с очень маленькими глубинами. Вить, ты сказал поворачивать им? Витя, куда мы идем? Скажи прямо перед буями. Да, вижу, спасибо. Яхт-клуб Кошкинский фарватер, конечно же, непосредственно в сам Кошкинский фарватер. По Кошкинскому фарватеру мы шли как раз таки сейчас. Ты в Кошкино сообщил, что мы подходим? А? Им сообщи, чтобы они с берега. Уже сообщил. А, помогли, да? Помогут? Вить, скажи им, чтобы пирс ушли. Так, ну что, ребят, я отключаю камеру. Иду швартовать корму. Ну что? Мы вернулись в Кошкинский фарватер. Пришвартовались очень хорошо, очень мягко, прям идеально для нашей ситуации, я бы сказала. Да, в принципе, идеально. Теперь будем думать, как ремонтироваться и продолжать путь. Здесь погода шикарная, как обычно. Ну, как обычно, когда мы здесь бываем. Мы отсюда ушли только вчера, первой половины дня, даже ближе к обеду. Недолго гуляли. Провожаем ребят, которые нас выкинули из канала.
Ведь я тоже правильно выразился. Олеж, маши ручкой. Семь футов. Хорошо вам добраться. Спасибо огромное. Вам тоже. Тут начинаются приключения по ремонту яхты. Витя сейчас будет пытаться снять винт в воде. Да, снять винт в воде. Вода очень холодная. Очень холодная. Ну, гидрокостюм еще нормально согревает, но ноги и лицо мерзнут. Ребята очень любезны, нам еще помогли накачать кранцы. Наш насос с ними очень с трудом справлялся, у нас велосипедный обычный насос. У них на женой прям так раз-раз-раз и все накачали. Ну что, привесил пакет или уронил? А? Пакет привесил или уронил? Да, повесил. Блин, морда лица мерзнет. Слушай, ну я не знаю, может я чем-то жиром каким-то помазать. Что, тебе держать эту дыхательную трубку? Она тут привязана. Ну ладно, вроде хорошо, выдыхается. Ну вопрос, хватит ли тебе это силы, чтобы так сильно выдыхать, или ты будешь углекислым газом дышать? Подожди, Олежка, давай. Если что, буду вдыхать, а выдыхать в воду. Витя привязывается, чтобы не уронить. Папа это. Папа поплыл под лодку. Папа выплыл с подлодки. Что подать? Ну, фиг. Прищепку. Обычную? Ну, у нас другой-то нет. Сейчас. Не одну. Блин, что такое маленькое? А ты не взял свой этот затычку для нас? Да блин, это же все было приготовлено. Нужно было взять. Но кто-то сказал, мы плавать не будем. Ничего не взял. Но мы не планировали. Мама, а если из-под воды, из-под воды то же место, искать пузырики, это значит там под водой что-то есть? Или кто-то есть? Примерно. Водоросли. Это водоросли? Белл, не мешайся с папе. Да, Олежка, садись. Да, мама. Смотри, да, папа, смотри. И вот он. Да, где? У нас подписчик, если ты ешь, это засмеюсь, Юль. Давай отломаем, пусть будет этот. Повешалку, а потом как буду пользоваться? Ну ты никак не будешь пользоваться, ведь я на прищепке на обычную вешалку буду вешать тебе. Это для штанов вешалка. Ну я повешу твои штаны на обычную вешалку обычными прищепками, блин. Ведь я женщина, я умею обходиться без вешалки.
в этой жизни. Да, конечно. Если потребуется. Хорошо. Что за звук? Не знаю. Вообще здесь довольно мелко. Хорошо, что есть еще одна, да? Привяжи к ней какую-нибудь веревочку, ведь, чтобы она у тебя не утонула как-то. Вот верхнюю часть. Вот это или это сильно маленькая, да, тебе? А к чему ты прикрыли? К качкам, да? К качкам. Ну, не к качкам. Чего? Качки нам не помогут. А здесь какая глубина большая? Да я на венде стою, да. Но ничего не видно, да? Нет, но ничего не видно. Держит? Ну что, друзья, вы увидели, как сделать конкурентоспособный зажим для носа и сэкономить 1500 на Молчановском. Он же 1500 стоит? Или дороже? Не, у них хорошие, конечно, затычки для носа, но мы забыли. У нас все есть. И маска для фридайвинга, которая ведь бы большую часть лица закрыла, ему было бы теплее. Я хрен сниму так. Не получится. Крана убивать два раза. А? Крана придется два раза убивать. Понятно. Что? Ой, яхту на берег вытащить, снять вид, поставить. У них тут есть место, куда кран-то? Вот так. А если сниму, то потеряю что-нибудь обязательно. Ну, понятно, давай тогда кран возьмем. Сегодня мы накрыли стол в Колкипике. Погода позволяет. Завтра уже обещают всего 13 градусов. Нет, 21. 21? И дождь такой, ну, иногда будет. Прогноз изменился, но до этого обещали похолодание, поэтому мы решили ловить последнюю возможность. На утро договорились с краном. Будем подниматься и смотреть, что с винтом. Мы сегодня подгорели. Видите, у Вити аж. Покажи свои руки. Ну вон, смотрите, у него по перчаткам такие рукава обгоревшие. Я тоже так же поджарилась. Завтра будет болеть, причем все. Солнце село. Мы заканчиваем завтрак. Уже спать завтрак. Очень хочется. Ужин? Ужин, да, ужин. Супер. Ночь нет. Сейчас оставим. Ночь нет, но сейчас придет ночь. Нет. Не придешь на джинс. Где выбор нет? Белла на рыбалке. Ловит нам завтрак. А мы собираемся. О, кошка убежала. Вон кошка пошла на этот, на пирс. А мы собираемся готовиться ко сну. Завтра в 9 будет кран. Мама, я вас ждет. Всем хорошего вечера, такого же классного, как у нас. А это кадры из серии «Яхтенный быт». Пока мы стоим в яхт-клубе, настирала детских вещей в
теплой воде в уборной. Потому что у нас нету на яхте бойлера, и вода очень холодная. Летом, конечно, это не проблема, летом вода не такая холодная. Но вот в такое время года вода холодная, и долго в ней не настираешь.